И у меня вот такое чувство, что у меня трое детей, и они все рады. Все рады, что я здесь нахожусь. Даже перестали мне звонить. Мама дорогая, новая звезда Инстаграм. Пенсионерка, которая завела профиль в микроблоге, чтобы контролировать жизнь своих детей и посылать им видеосоветы. На мужиков плюй. Это такие, они с молодости до старости одинаковые. Да я не верю, чтобы ты утром ушел голодный из дома. Ты понял? Прекрати жрать. Мама, зря я твоего совета не послушался и кушал по вечерам. Видишь, что со мной стало. Женщина по имени Галина Беретта сама себя назвала блогером от Бога и за короткий срок обогнала своих внуков и детей по числу подписчиков. Сейчас за ее интернет-деятельностью следят почти 13 тысяч человек. Дети, вы знаете, хорошо, хожу, дышу, еще пока дышу. А хэштеги «Эдик, хватит жрать» и «Мама, не делайте мне нервы» почти стали мемами. Ни одно только вот тревожит. Ну почему вот такая надпись? Вот в этом. Может быть, вы меня отправили на какое-то лечение от алкоголя? Я вроде не пила.